Здравствуйте, меня зовут Андрей Мусян, я руководитель селекционного отдела ЦСКА, и я приглашаю вас на MyTrial. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Глеб Стрельцов, я селекционер футбольного клуба «Локомотив», приглашаю всех на трайл. Здравствуйте, меня зовут Сабатова Тимур, я скаут Академии футбольного клуба «Зенит», приглашаю вас на просмотр трайл. Здравствуйте, меня зовут Максим Поваров, я селекционер «Динамо Москва», приглашаю всех на просмотр на трайл. Александр Селиванов, селекционер Академии Чертаново, ищем талантов на трайауте. Привет, меня зовут Антон Тупиков, я директор Академии футбольного клуба «Ростов» и всех приглашаю на MyTryout. Всем добрый день, меня зовут Александр Сурин, Академия Родина, приезжайте все на просмотр MyTryout. Всем доброго дня, меня зовут Олег Авгуль, я скаут футбольной Академии СМС «Лодь», приглашаю всех на трайаут. Здравствуйте, я Найденко Владислав, представитель Академии Коноплёва. Приглашаю вас принять участие в My Tryout. Всем привет, Артём Скорик, скаут команды ФШМ 2012 года. Жду от пацанов сегодня яркой игры, сегодня и завтра. Пришли на них посмотреть. Парни, дерзайте, будьте креативными, ничего не бойтесь, все получится. Покажите отличную игру. Всем привет, меня зовут Дмитрий Ершов, и я представляю Академию Торпедо. Ждем сегодня на трайауте талантливых и перспективных ребят. Всем добрый день, меня зовут Дмитрий, я селекционер ПФК ЦСКА. Всех приглашаю на MyTryout. Здравствуйте, меня зовут Денис Сергеевич, я из футбольной академии ОР-5 город Егорец. Приглашаю вас на футбольные просмотры.